остановись! Нет, хватит! Боже, что я вам сделал? Ты что несешь-то? О боже, надо убираться отсюда. Не понимаю, что случилось? Маньяк! Как? Бред какой-то. Надо позвать на помощь. Эй! Ребят! Привет, Саманта. Меня ищешь? Нам нужно поискать остальных. Майк и Джесс где-то ублажают друг дружку, а Сэм неизвестно где. Она должна быть в доме. Что тут еще обсуждать? Пошли! Смотри, пожарная вышка. Мэтт, что это? Не знаю. Мэтт! Сделай что-нибудь! Успокойся. Подумаешь, ну, олени. Они просто любопытны. Нет, нет, они хотят нас. Все хорошо. Просто иди. Не бойся. Нам удастся с кем-то связаться? Удастся. Скажем, что нужна помощь. А что делать, пока ждем? Вернемся в дом и соберем всех. О нет, только не в дом. Нам надо остаться здесь. Вдруг спасателям будет нужно с нами связаться. Давай сначала включим радио. Это точно. Я не вижу. Что это? Это просто фонарь. Видимо, с датчиком движения. Почти дошли уже.
кажется таким странным. Давай. Супер, света нет. Где-то здесь наверняка должен быть рубильник. Твою мать!
Я иду. Слушай, тут все еле держится. Мэн, сделай что-нибудь немедленно. Чего ты ждешь? Я думаю. Дай подумать. Не думать надо, идиот, а вытащить меня отсюда. Тебе же так нравится Майк. Он такой умный. Мэтт, он мне не... Я видел вас вместе. Боже, Мэтт, мы с ним просто разговаривали. Боже, Мэтт, ну ты нашел время. Просто скажи мне, что происходит. Да ничего, Мэтт, хватит. Признавайся. Я была растеряна. И вы переспали. Пожалуйста, Мэтт, прости меня. Мэтт, а теперь, пожалуйста, вытащи меня с этой чертовой вышки, Мэтт. Ну, сделай уже что-нибудь. Сейчас прыгну. Мэтт, ты чего? Я просто пытаюсь аккуратно подобраться к тебе. Придурок, вытащи меня отсюда. О! Эмили! Наверху нет? Не знаю, не видел. Наверное, сюда спустились. Тут ее тоже нет. Это что такое? Да что здесь творится-то вообще? Крис. Сэм! Что? Крис, я просто хочу сказать, я понимаю, как все это тяжело. Он же все-таки твой друг. Эшли, все. Нет, я только хочу сказать спасибо, что спас мне жизнь. Эш, ну а как иначе-то? Я должен был тебя защитить. Должен. Эш, ты как? Я просто... Джош ведь был твоим другом, Крис. Давай найдем Сэм. Это первое, что нужно Но сделать. Я же... Господи... Эшли, все, хватит. Я совсем не хочу об этом сейчас думать. Крис... Мы ищем Сэм. Что это? Херотень. Погоди, ты это видел? Что видел? Это, Крис, это! О чем ты говоришь? Там было что-то полупрозрачное, как призрак. Да ну. Я серьезно. Почему ты мне не веришь? Я же его видела. Какой мне смысл врать? У нас просто был шок, ясно? Твой мозг спекся. Мой мозг спекся. Я не верю даже своим глазам. Нет, какой шок? Я видела. Я его точно видела. Ладно, ладно. Может, ну... Может, ты что-то и видела. Вот что, главное не терять головы. Мы что, с ума сходим? Мы искали везде, Сэм может быть только здесь. Давай, лучше пойдем найдем остальных, а? А вдруг мы нужны Сэм? Вдруг она в беде? Наверняка. Идем.
вообще за приколы? Да что здесь происходит? Я так испугалась. Ты на него наткнулась, толкнула ведь? Кажется, нет, я не знаю. Но почему здесь стали происходить все эти странные вещи? Двери хлопают, свечи зажигаются сами по себе и... этот призрак или что? Эшли, это мне там? Кажется, ты не совсем понимаешь, что происходит на самом деле. То есть ты... ты не видел, как белая фигура прошла рядом с нами? Нам просто мерещится. Ничего мне не мерещится. Знаешь, я тоже кое-что видел. Я видел, что случилось с Джошем. Вот, вот что меня беспокоит. О, Крис, прости. Прости. И знаешь, что меня беспокоит? Я волнуюсь за Сэм. Что с ней случилось, если здесь и правда маньяк? Ей тоже может угрожать смерть. Не говори так. Прошу, Крис. Погодите-ка. Успокойся ты, окей? Ну какой еще призрак? Чей, блин, призрак? Понятное дело, ты сейчас на нервах, ты но... просто не смотришь, я видела его, тут призрак, и он похож на Хану, на Хану! Постой, или, что? Или на Бет! Господи, Эш, по-твоему, они пришли за нами после сеанса? Не знаю, может... Не пришли, потому что призраков не бывает, понимаешь? А кто же тогда говорил с нами во время сеанса, Крис? Не знаю я. Что это? Картина сама со стены слетела. Ну вот. Боже мой. Вот, смотри, Крис, и не говори мне, что ты это не видишь. Это... видишь? Это... теперь видишь? Я не знаю, что это, и я... бред какой-то. Оно указывает нам путь. Смотри, 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 Крис. Через окна все видно. Что видно? Посудку, что ли? Нет, там целая сценка с куклами. Да? Смотри, а этот ключик? Говорю же, призрак помогает нам. Так, 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 что это там у нас? Ой, мама, это как будто... Это не как будто, это мы! Спрятались и ждем Ханну год назад. Но все точь в точь, я сидела именно там, а здесь Мэтт. Это сделал кто-то из наших. Кто там был? Или кто-то, кто за нами наблюдал. Это угроза. Кто-то... ну, кому-то просто хочется напугать нас. Нет, это наверняка призрак. Он хочет сказать, что это маньяк убил Ханну и Бет. Просто тот ублюдок пытается заморочить нам голову. И зачем бы он все это устроил? Ну, типа он говорит, что будет на нас охотиться. Нет! Это дневник Ханны.
мы все собрались здесь, на горе. Это будет потрясно. Посиделки у огня. И, господи, Майк, я просто балдею, что он будет. Не могу читать. Это невыносимо. Что это? Звук шел оттуда. Барахло. Это что, каталог промышленных ламп? Это очень странно. Смотри, одну лампу обвели. Это мощная лампа. Подумаешь, что страшнее некуда. Ух ты! Это было. Постой, там дальше другая комната. Огромная! Крис, я не хочу идти дальше. Глазам не верю. Ты знал, что здесь так? Это как будто совсем другой отель. Я понятия не имел. Все, я так больше не могу. Да, и я тоже уже на грани. Я так хотела забыть все, что случилось в прошлом году. Честно говоря, Ханна поступила, не подумав. Да. Ты же знаешь, как бывает, когда всерьез влюбишься. Здорово. То есть мы поставили нашу беззащитную подругу в ужасное положение и вынудили убежать ночью в лес и без следа исчезнуть? Интересно, а ты? Ты бы на ее месте не убежал, если бы над тобой так бы смеялись? Надо мной же не смеются. В глаза. Что? Крис. Мы выставили ее жуткой дурой перед всеми друзьями и парнем, который ей нравился. Ничего хуже я и вообразить себе не могу. О, нет. Что это? Браслет, Сэм. Она его никогда не снимает. Надо ее найти. И быстро. Эй! Они поддельные? Но зачем подделывать газеты? Это хороший вопрос. Что? Нет. Эш! Нет, с меня хватит. Я не собираюсь еще глубже погружаться в этот кошмар. Эш, я все понимаю, хорошо? Меня это тоже достало, но если Сэм там внизу с убийцей, а мы уйдем, считай, что мы сами ее убьем. Господи. Эшли, идем. Почему ты всегда прав? Я не всегда прав. Ну, когда ты прав, ты прав. Я не хочу быть прав, я хочу уйти. Нет,
Надо найти Сэм. Пошли. Крис, у меня такое странное чувство на этот счет. В смысле? Я не могу избавиться от ощущения, что эти поддельные газеты как-то связаны с убийцей. Ты хочешь сказать, что это все подстроено? Да, но как? Я чую некую логику, просто мы что-то упускаем. Смотри-ка, Крис, какая хитрая штуковина. Да, батареи, таймеры, настоящие шпионские штучки. Это мы! Это что такое? Черный список? Безумие! О, да что же это такое? Отвратительно! Это явно не для еды. Тогда зачем это здесь? Здесь все как в дешевом ужастике. Ох, черт. Посмотри сюда. Кровь? Вдруг это Сэм. Ладно, попробую открыть. А, есть, но черт, она тяжелая. Осторожно. Пролезай, не могу долго держать. А, давай. Крис! Скорее. Я видела там Сэм. Эш, ты уверена? Я не знаю, но надо же посмотреть. А, но я уверен, что тот, кто истекал кровью, зашел сюда, и нам бы поторопиться. Я догоню. Сэм! Эш! Крис! Крис, дверь захлопнулась! Черт! Крис! Эй, спокойно! Как же ты меня напугал, господи! Ага, скажи. Что это за клоун-то? Это манекен, глупая. Он же... Почему на нем... Одежда Сэм, ни малейшего понятия. Откуда ты вообще его взял? Из холодильника. Да, теперь все понятно. Зачем ты его принес? Думал, ты мне не поверишь. И еще это... Ну, плохой знак. Для Сэм? Да, для нее. И для нас. Сейчас у нас есть проблема посерьезнее. Какая? Тот псих, Крис. Я только что его видела. Что? Где? Куда он пошел? Не знаю. Нам нельзя шуметь. Он может быть
где-то рядом. Чудно. Не надо! Сэм! О, Крис, о, нет! Эй! Сэм? Сэм! Крис, черт! Она умерла? Господи! Нет, 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 она жива! Откуда ты знаешь? Она дышит. Что с ней такое? Она без сознания. О, нет, 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 это плохо, очень плохо. Нужно забрать ее отсюда. Нет! О, черт! Нет, отвали! Не подходи ко мне! Нет! Нет, 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 нет! Живи и учись! Что? Живи! Ударил. Черт, я этого козла убью нахрен! Что это? Это он! Нет, Крис! Тот, кто убил Джоша! Боже мой, нет! Господи! Кровожадный ублюдок! О, чудовище! Господи, мы умрем, Крис! Я не хочу умирать! Эшли, никто не умрет! Если б я могла сказать, почему так несправедливо! Что? Что сказать? Слишком поздно. Какой теперь смысл? Нет, ты уж скажи. Мы все время ходили кругами, а теперь конец. Теперь все пропало. Эшли, ничего не пропало. Но почему? Потому что я был счастлив. Каждое мгновение, которое я провел рядом с тобой. И как мне это понимать, Крис? Прости. Я должен был прямо сказать. Блин, Крис... Когда мы отсюда выберемся? О, господи! Нет! Эшли, я тебя вытащу, я тебя спасу! Ну что ж, мои дорогие подопытные. Я чего боюсь, Крис. Не бойся. Правильно делаешь. Вот в чем фокус. Сегодня Крис уже сделал роковой выбор. А теперь он должен сделать еще один. Крис... Ты можешь взять этот пистолет и застрелить Эшли. Или застрелить себя. Тот, кто останется, будет жить. Выбор за тобой. Не будь дурачком, Крис. Надо, Крис, лучше меня. Ты уже один раз спас меня. Черт. Теперь дай выбрать мне, дай мне спасти тебя. Пусть это последнее, что я сделаю в жизни. Я так хочу. Крис, пожалуйста. О, Господи. Нет. Зашло слишком далеко. Разве не видишь? Не понимаешь, что это истязание? Пора прекратить. Скажи, кто вообще дал тебе право играть чужими жизнями? Что в тебе такого особенного? Таких, как ты, психушку надо! Ты соображаешь, что ты творишь? А? Что ты вообще творишь? Чудовище! Ты чудовище!